Вот, купили чудо техники. Пескоструйный пистолет с циркуляцией абразива. Не так просто было купить у нас его в России. Так, вот абразив в комплекте. Вот пистолет. Вот цена. Написано Германия, сделано в Китае. Как понять? Вот. И насадки, куча всяких разных насадок сюда. Для разных поверхностей разные, короче, эти. Это в угол во внутренний, этот наружный угол, допустим. Песочек, вот. Я взял как бы свой кварцевый из строительного магазина. Потом попробуем. А так-то вот, типа наждака. Серый. Может быть это оксид алюминия какой-нибудь? А вот наждак и есть оксид алюминия. Ну он мелкий достаточно довольно-таки. Угу. Так, ну все, завязывай, сейчас пошли пробовать дом. Давления нету, вот что я тебе скажу. Здорово, ребята, это Сид. Ну вот сегодня такая работа, это головка от Урала. И наша задача завтулить направляющую клапана. Сразу предупреждаю, что я не моторист и делаю такую работу впервые. Так что, если что, подсказывайте в комментариях. Короче, раздолбало втулку и посадочное отверстие. Но родные делаются из чугуна и при ремонте их как бы не советуют ставить, потому что они хрупкие, раскалываются. Ставят бронзовые. Ну, бронза менее ломкая и коэффициент трения меньше. Ну, это считается как бы своеобразный тюнинг, да, спортивные. Типа такие стоят даже на BMW. Хотя делают даже латунные. Ну и вот посадочное отверстие настолько разбито, что даже развертка тут не поможет, потому что как бы нарушена уже вся геометрия. Стандартная втулка идет 14 мм, ну там плюс 5 соток. Поэтому нам придется намного расточить это отверстие и сделать нестандартную втулку. И тут такая проблема, что как бы проблема базирования, да. С этой стороны есть площадка. Тут можно обкататься индикатором и как бы найти плоскость. Но отверстие настолько разбито, что мы не найдем его центр. С другой стороны есть седло клапана. В принципе, клиент и просил как бы обкатываться по нему. Но оно сильно деформировано, все забито, и обкататься по нему тоже не получилось. То есть я не могу найти даже горизонтальную плоскость. Но в руководстве по ремонту Урала, да, написано, что угол наклона клапанов, да, направляющих клапанов 38 градусов. От горизонтали или вертикали, смотря откуда смотреть. И я решил обрабатывать вот на этих поворотных кронштейнах. Выставил по угловым мерам 38 градусов. У меня их две штуки и поставим просто рядом друг с другом. Сюда загоняем стандартные ОСП-шные сухарики или гайки. И на длинных шпильках крепим головку. Плоскость под углом 38 градусов задана, но остается неопределенность, потому что головка может поворачиваться вдоль этой плоскости. И никакой другой базы я просто не нашел. И я закрепил головку вот просто как она повисла на этих шпильках горизонтально. Еще раз повторяю, седло клапана я обкатать не смог. В качестве центроискателя я использовал просто индикатор ERB, зажатый через переходник прямо в расточную головку. В принципе, получается тот же самый центроискатель, да? Только неудобно смотреть, считывать показания. А с этой стороны, по крайней мере, есть вот это вот седло клапана, да? Тоже запрессованная гильза. Теоретически она должна быть более-менее соосна с отверстием направляющей. Чтобы посмотреть, как идет расточка, когда выберется весь износ, приходится идти на всякие ухищрения, типа установки зеркал и там свечения фонариком. Ну вот сделаны один или два прохода, и смотрите, насколько несоосно, да, разбитое отверстие. То есть резец берет вообще только с одной стороны. Резец пришлось взять длинный, вылет довольно большой, но жесткости вполне хватает для обработки алюминия.
Ну вот, в принципе, и все. Расточка завершена. Смотрим, чтобы обработалась вся изношенная поверхность. Получилось вроде бы как нормально, но все-таки остается какая-то неудовлетворенность. Подозреваю, что что-то сделал неправильно насчет выставления головы, да, обкатки. Так что если кто знает, как правильно это делать, да, как обкатываться, правильно базироваться, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну а я перехожу к изготовлению втулки. Так, измеряем полученное отверстие. Подгонять под какой-то конкретный размер, да, по стандартный, там, допустим, 18 ровно, нет особого смысла. Сколько получилось, столько получилось. Потому что подгонять, в конце концов, легче именно втулку на токарном станке. Я делаю натяг где-то 5-7 соток, да. Ну, я посмотрел пару видео, там, пару статей прочитал. Их сажают с каким-то адовым вообще натягом, там, до десятки. Голову греют до 200-250 градусов, а втулки охлаждают там сухим льдом и жидким азотом. Заказчик подогнал вот такой материал, это якобы бронза, возможно браш. Сейчас будем разбираться с этим вопросом, как различать латунь и бронзу. Ну давайте поточим ее. Специально точу пластины вообще без стружколома, то есть перевернутой. И видите, при небольшой глубине резания как бы стружка ломается, да? А если взять 2-3 мм глубины, то образуется такая мощная пружина, что приходится даже останавливать станок, чтобы ее убрать. Существует как бы распространенное убеждение, что бронза должна давать сыпучую стружку. Но вот лично из моего опыта этот постулат не подтверждается. Хотя я не так уж и много точу цветник. Вот три человека смотрело, все три человека были уверены, что это бронза. Вот. Стал точить, сливная стружка пошла. Ну, все что угодно, только не бронза. Так, вот сейчас пробуем вот этот пруток. Ну, он что-то по цвету такой же. Скорее всего, тоже латунь. Хотя кажется, что какое-то литье или... Непонятно. А потом вот это вот. Это покупали за деньги. БРМКМЦ, не знаю, что за марка, утверждает, что точно бронза. Ну вот потом уже нашел ее состав, характеристики. Ну, кому интересно, на паузе почитайте потом. Из нее вообще, короче, делают пружины просто для часов. Это безоловянистая бронза. Понятно, что когда создавали ее, там не задавались антифрикционными свойствами. Короче говоря, бронзы очень разные по составу и характеристикам. И отличить их от латуни порой очень сложно. Ну вот следующий пруток, вот насколько я помню, да, раньше обрабатывал, такую стружку дает латунь, сыпучка, да, ЛС-59, там, 63, ну, то есть тоже нам не подходит. Так, а сейчас вот эту красненькую. Блин, ну тоже сливная. В общем, надо как-нибудь заняться этим вопросом, да, разработать методику, для, чтобы различать бронзу и латунь. Есть электрические способы, там всякие химические. По весу, по плотности различают. Путем сжигания стружки, да, тоже. В принципе, мне, как подрядчику, все равно, какой материал. Главное, что клиент верит, что это бронза.
Отверстие разворачивается уже после запрессовки, поэтому сверлю только сверлом. У клиента, говорит, есть специальная развертка, он будет это делать все сам. Там еще делаются какие-то канавки для масла метчиком или раскатником. На этом наша работа завершена. Смотрите, натягнут настолько большой, что ее даже не закусывает. Потому что 5-7 соток – это офигенный натяг. Ну, клиент пока не отчитался, получилось, не получилось у него. Ну, сколько просили, столько сделал. А пока на этом все. Всем добра, удачи. Вот это что такое? Что тебе дали ремонтировать? Вот это вот. Но, что у тебя клиенты там, блин? Покрасить и отполировать.